33 семьи и около 140 участников в этом году собрал областной фестиваль молодых семей, организованный Омским министерством по делам молодежи. В селе Красноярка со 2 ноября уже в шестой раз были организованы презентации клубов молодых семей всех районов Омской области, мастер-классы и конкурсы для участников фестиваля. Им довелось декламировать стихи, играть роли в юмористических сценках, петь песни, рисовать плакаты и даже ставить химические опыты. Психологическая мастерская «Играем вместе» учила выстраивать взаимоотношения в семье через игровые ситуации. Творческая мастерская «Семейный театр» помогала развивать в детях и родителях творческое начало, а досуговая «Делаем праздник» – превратить день рождения или Новый год в крупное семейное событие. Впечатления от этой поездки самые положительные, потому что всей семьей мы вот так вот выезжаем на выходные, такое количество новых друзей, такие разные виды деятельности. То есть здесь были и творческие мастерские, и какие-то психологические формы занятий, которые можно потом использовать со своими ребятами. Главные герои этого фестиваля – дети – принимали самое активное участие в презентациях и мастер-классах. Три дня в такой дружеской и веселой атмосфере забудутся не скоро. Буду вспоминать, как я тут участвовал, пел, играл, веселился, кушал. Нам очень понравилось здесь. Завели друзей, как бы. Это новое общение с людьми. И детям отдых. Отдохнули детки. Также в рамках фестиваля состоялась конкурсная программа среди представителей клубов молодых семей Омской области. В конкурсе приняли участие 15 клубов из муниципальных районов области и города Омска. Оценивались материалы выставки клуба, активность и сплоченность представителей в рамках фестиваля, а также презентация, которую семьи представляли в творческой форме. Здесь победителями стали представители клуба молодых семей «Очаг» из Оконечниковского района. Победители и призеры конкурса получили возможность приобрести материалы и оборудование для работы своих клубов.